этот японский метод поможет быстро сбросить вес. Наконец-то этот день настал! Недавно японский актер Микки Риосуки использовал интересный метод, который помог ему сбросить 13 килограмм и 12 сантиметров в талии всего за несколько недель. Такой результат стал побочным эффектом упражнения, прописанного ему врачами от боли в спине. Еще одна хорошая новость. Выполнение упражнения занимает 2 минуты в день. Давайте посмотрим, в чем оно заключается. Не пропустите бонус в конце видео. Для начала давайте посмотрим, как это работает. Риосуки назвал это диетой долгого дыхания. Техника заключается в том, чтобы занять определенную позу, сделать 3-секундный вдох, а затем сильный выдох на протяжении 7 секунд. Большинство европейских врачей поддерживают использование дыхательных упражнений для похудения и объясняют их работу следующим образом. Жир состоит из кислорода, углерода и водорода. Когда вдыхаемый нами кислород достигает жировых клеток, он расщепляет их на составляющие – углерод и воду. Поэтому чем больше кислорода используют наши тела, тем больше жира мы сжигаем. Вот что нужно делать. Шаги просты. Встаньте и выдвините одну ногу вперед, а другую назад. Теперь нужно напрячь ягодицы и перенести свой вес на заднюю ногу. Да, именно так. Начинайте медленно вдыхать на протяжении 3 секунд, поднимая руки над головой. Затем с силой выдыхайте на протяжении 7 секунд, при этом напрягая все мышцы тела. Выполняйте упражнение каждый день в течение 2-10 минут, и вы поразитесь результату. А вот и бонус. Специалисты уверяют, что такая методика также укрепит мышцы корпуса и повысит метаболизм. Ну все, иду пробовать! Если вы уже пробовали делать это упражнение, поделитесь с нами опытом в комментариях. А если вы на нашем канале в первый раз, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, чтобы оставаться с нами.